Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Эндер, бойся гнида. Чел за тобой идет. В смысле, кровать взять надо? Да идите вы, короче, да. Что за хуйня? Ты что, прикол? В смысле, он как будто рядом упал, вообще рядом. Чел, он прям рядом падал, как женщина. Блять, он как рядом упал, я не знаю. Все понятно стало. Сразу глаз упал на заразу. Чел ищет Эндера. Все понятно стало сразу. Как вы, родные? Нормально все? А сейчас поссать зашел. Чел идет искать дракона. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Ну типа я у тут где-то. В смысле под водой? То мне на дырку идти надо. Надо с дырки, ну, отсюда копать и под водой хуяриться. Не на охот. Слушай, а что там интересно? А, тут просто не находка. Ну там, а где-то посередине воды, я не знаю, кмерть. Субтитры сделал DimaTorzok.
Опа! Слышали звук? Слышали? Это Эндер, походу. Слышите? Пиздец, он здесь. Он здесь. Сейчас я кое-что попробую. Эй, куксик. https://hsk.chon $98.76 обратный слэш. Процент больше, чем доллар, больше, чем доллар, подчеркивание, прямая черта, точка, запятая, б, и от кс, собака, слэш, 7,9, аж восклицательный знак, хсбм, слэш, 938, вопросительный знак. Фиксируйте, сейчас чела попустят. Глеб, привет. А за сколько разобьешь яичко об голову? А хотел бы занюхнуть подмышку бабки. Хочешь ли ты подбить осла? Сколько стоит, чтобы ты забанил Глада Волокаса в чате? Где-то тут пасыки. Где-то туточки. Да иди сюда, сын гамна. Тута? Ты думаешь, тута копать, чел? Все понятно стало сразу. Блять. Где? Где-то тут. Прям где-то тут пацики. Оно куда-то вниз. А вон оно. Вот здесь прям. Вот тута. Есть контакт. Ну чё ты? В смысле вверх надо? Как понять вверх? В смысле? У него там храм целый, замок у чела того. Вот он. Смотрите. Вот куб пошел, смотря. Вот. Вот. Вот его замок, чел. Вот. Есть контакт. Новое достижение. Недрезмане око. Все понятно стало сразу. Опа. Есть контакт. Яблоки, алмазы, все, что надо для Олмена. Жест. Ха-ха-ха-ха. Писюна, понюхай, лох. Есть контакт. Ага, сосать. Дракон вроде здесь, да? Ну тут нет кнопки, я не вижу. Так, блять. В смысле? В чем прэк? А куда идти Челиксу? То есть мне волна, ну. Ловно тебе. Все понятно, стал сразу. Челик и зараза. А, вот Нижневартовск. Заебись. В чем прэк? Ой, Хезик. Хезик. Ты чё, девочка, сука? Я запутался тут уже реально, блядь, лабиринт, пипец. Всё понятно стало сразу. Лас. Ой, Хазик. Мы
выглядит тебе очень больших размеров заспавнился лабиринт. Он не всегда такой. Где ты слышал лаву, то там скорее всего и портал, так как у него лава всегда. Но скажи, зачем ты его ищешь, если у тебя нет глаз? А зачем мне глаза, если я нашел дракона? Глаза для того, чтобы найти человека. А лаву где я слышал? Где-то я ее слышал, но не помню где. Где-то я ее слышал. Что-то не сказать. Да иди ты нахуй, девочка. Глаза нужны для того, чтобы найти дракона. Отец знакомого нашел портал к дракону. Сегодня срочно вызвали на совещание, вернулся поздно и сказал лишь собирать вещи и бежать за продуктами на 2 недели. Сейчас едем куда-то. Кажется, началось. Твоя мама начала сосать мне писюн. Боже, я заблудился, как женская кожа. Киркой, такие же движения делаешь, как будто посуду моешь. Видно, нравится посуду мыть. Может, ты посудомойку скрафтишь, а-а-а-ах. Вот почему я сказал, что надо на лаву ориентироваться. Https. Да, я понимаю, спасибо, я слышу лаву, но я не вижу ее. Сейчас, спасибо. Вот сейчас не слышу. Вот сейчас не слышу. А вот сейчас слышу. Не пойму, то ли наверх, то ли сюда. Господи Боже, Отец наш Небесный, дай нам сил вынести это дерьмо на своих смарт-ТВ-экранах. Дай мозгов этому гибону лысому, дабы не погиб он в лаве огненной. Да не взорвался он от крипера подлого. Аминь. Спасибо тебе огромное за паточки. Ты самый крутой страна. Есть такое. Смотрю спасибо, тебя бро. Года с 16. Ты постоянно радуешь и спасибо, поднимаешь бро. Настроение. Всего тебе самого наилучшего. Спасибо, дружище, тебе тоже. Выше, ниже, выше, ниже, левее, правее, выше, левее, ниже, правее, выше, выше, правее, выше, ниже, левее, правее, левее. Я тебя не отвлекаю, чел. Выше, выше, ниже, правее. Заткни, ебали! Сука, ну тут же яхай. Ага, Яша, приветствую тебя. Убил нахуй. Ага, и Хеддик жарится, Ява парится. Что-то мне чувство такое, что-то Яша не мой. Это не мой Яша. Это соседний Яша. Это не мой Яша, это соседские пацаки. Да это не мой Яша, вообще не мой. Это мимолетный Яша. Реально. Какой же ты? Я чувствую, как ты сидишь, потеешь. Да. Загрузил процессор на сотку. Отлупил бы тебя по твоей лысине с да? куфяра. О, одну нашел. Левую рублю и жену бы твою трахал на твоих глазах. Сосал или бы. На твоей спине. Бля, что нашел, пацики. Библиотека какая-то. Лё, книжный червь. Нашел библиотеку какую-то. Затерянную. Древнюю. Ну да, Лолочка, только о такой мечтай о библиотеке. Да хули та Лолочка насосала говно? Нет, это понятно. Нет, так а что ты начинаешь обзывать ее? Так а что, если насосала? Не, ну так и шо? Это надо. Так он нормально. Сосала, значит, любит. А, ну да, согласен, чувак. Ну вот это Брэд. Это не то, чувак. Клернес. Смотреть твое прохождение Майна 10-й круг ада. Мужик сидит за экраном часов, смотрит на блок пикселей и говорит, что его это развлекает. Может, еще и возбуждает? Плюс в чат, кто согласен. Чел не может найти дырку, это
мне на охоту. Я в ахуе, я сейчас удалю ее нахуй в натуре. Как она за***ла мне эта параша, 5 часов уже драчу эти кубы. Я выхожу отсюда, я же не заебался просто искать эту дерьмо. Куда вернуться, девушка, я не понимаю. Успокой нежного пенчиса и перестань быть ебаным червем и ходи по коридорам, 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 ходи по коридорам. Я заебался по ним ходить просто. Эти лабиринты дурацкие. Предсказание на 1-3 часа, 1 час он нашел портал Вент. Идет туда, не взяв кровать, чтобы там спавниться, час погибает от рук дракоши или эндов, 3 часа плачет и говорит, почему ему зяблы не помогали. Они мне и так не помогают. Они только смеются над силой моей. Клоуны. Да нет, вон они как раз, эти монстры. Сейчас чел их попустит, то есть я. Это тот Яша. О, алмазная девственность. Сука, я этого Яшу где-то видел уже. Привет. Опять не тот Яша, сука. Опять не тот Яша, прикинь. Как смешно, да? Ой, боже, короче, все, меня кроет. Я уже в рот, это подземелье, этот Майнкрафт и все, что с ним, сука, связано. Эти ебаные 100 000, которые мне сказали за, да, ну, за прохождение. Да идите вы нахуй, не хочу, я не хочу. Господи Иисусе, Матерь Божия, когда же этот ужас уже закончится? Школьная нечисть. Знаете, почему женщина это не сдается? Да его Алинка убьют из-за того, что они на Ламадине затарятся на 100 косарей. Сдайся, женщина, финала не... Нихуя, 100к будет, Ламода ждет. Ламода! Тут я был, Яшу побил. Без ламоды, даёб, меня в дом не впустят. Ты что, не понимаешь? Я должен найти это все. Иначе все без секса 2 месяца. И чё? Ключ-генератора. Там цифры какие-то. В чем прэк? Ты девочка? Это не читы, это генератор ключ. Чё? Ну и чё? Чё? Дед, тут на самом деле есть тонкость своя по нахождению комнаты с порталом. Она не очевидна, не все о ней знают, но я подскажу. Иди туда, где нет света. Ну то есть, где факелы не ставил. Где не был раньше. Тварь старая, это может быть верхлаской. В библиотеку ты спустился сверху. Альбатрос, ты посудомоечная машинка, дырявая шляпа ковбоя, сын дебила, дай нам сит, это не читай. Я дал только что сын говна. Мутант, Вилтви Лагер, сын говна. Все. Увы и ах, я выхожу из Геймина. Все. Чел заебался бегать. Увы и ах, портал не найден. Все. Увы и ах, с порталом проблемы.